Здравствуйте, а вы сенатор? Можно вопрос вам? Но если не сенатор, тогда ладно. Доброе утро. Как считается, нужно ли президенту предоставить полномочия органов власти, чтобы суверенитет вернуть? Вы сенатор? Ну, не хотят, не отвечать никак. Чиновники. Поддерживается то, что на плакате написано? А вы кто? Вы тоже? Вы возьмите, будем с вами разговаривать. Вот эту табличку. Ну, стоит же одиночный пикет. Ну, вы же в пикете или кто? Нет, не в пикете. А кто вы? Ну, вы на вопрос можете ответить? Поддерживаете? А вы кто такой? Почему я должен вам отвечать? Я блогер. Кто? Блогер. Блогер? Да. Что-то я вас не видел в интернете. Ну, посмотрите. Я смотрю каждый день, не вижу вас. Посмотрите. А вторая, что там написано? А, что про Горбачева, что ли? А что так на Горбачева перекинулось? Почему перекинулось? Ну потому что все тут один, знаешь, тут стоят, да, я вижу. Флаг один и тот же, палка одна и та же. С кого перекинулись, я не знаю. Кто тут за Путина голосовали, пусть там плакаты были. Сейчас Горбачева. Ну вы-то поддерживаете или нет? То, что на плакате написано. Признать незаконными действия и решение 91-го года. Ну, не знаю, дальше что. По-моему, действия. Незаконные действия. Ну, Путина нету, если вы с Путиным, и Путина нету этого. Вам. И Путина, что там, развалить, уничтожить. Вот его девиз. Если бы не Путин, то страны бы не было. Страна как была, так и будет. Хасавюртовские соглашения кто отменил? Вы или Путин? Чего вы говорите? Мы-то понимаем. Сама она как есть, так она и будет. И куда с ним денешься? Угу. Это территория. А куда она денется? Провалится, что ли? Море будешь? Или что? Ну, был Советский Союз, куда он делся? Ну, Россия сейчас другие там. А территории куда ушли? Да, она так и есть территория. Ну как, где есть? Так и есть. В Балтии страны натовскими войсками заняты. Я их не вижу. Ну, съездите в Литву, Латвию, Эстонию. Грузии, смотрите. В Украине. Где? Прибалтике. Да мне по барабану сюда, Прибалтике. Вам по барабану, а нашим дедам не по барабану было. Каким дедам? Которые воевали за отечество. 35 миллионов вообще-то погибло. А что вы с дедом говорите-то? Их уже нет, этих дедов. Оставили нам страну. А наследие осталось или нет? Дедов нету. Вот мы восстанавливаем это. И как вы восстанавливаете? Вот это не восстановление. Это незаконный роспуск госорганов Советского Союза. И кто у вас это заказывает? Нужно отменить по закону. Ага. По суду. По суду. Подаем иски на это. Ну и что? Результаты какие? Результаты какие? Да. Три дела заведено, как минимум три. Каких? Я знаю. Если вы иски подаете.